Начальник Госсанэпидтехнадзора Московской области Татьяна Витушева подвела итоги операции «Засада» и «Дачники» в информагентстве РИАМА. Они прошли в течение летнего сезона, в том числе и в городском округе Химки. В ходе операции «Засада» каждое воскресенье инспекторы караулили нарушителей в местах стихийных свалок мусора у автодорог. В результате оштрафованы 16 юридических лиц на сумму 670 тысяч рублей. Ущерб экологии составил бы 11 кубометров мусора. Всего же по Московской области задержаны около 2000 нарушителей. Они могли бы выбросить почти 1500 кубометров отходов. Объем эквивалентный 130 мусоровозам. В связи с тем, что инспектора Госсанэпидтехнадзора не наделены полномочиями затребовать предъявление документов у водителя, они данные надзор производят сотрудниками ГИБДД, которые... Наши инспектора фиксируют нарушения, и если какой-то водитель выбросил мусор, фотографируют с помощью или паркнетов, или фотоаппаратов, и сообщают номер автомобиля, соответственно, сотруднику ГИБДД, который задерживает нарушителя. Цель операции «Дачники» – проверка садоводческих товариществ на предмет заключения договоров с компаниями по вывозу отходов. В соответствии с изменившимися нормативами по уборке мусора, химкинским дачным организациям выдано более 40 предписаний на заключение соглашений нового типа.